Привет, меня зовут Алексей Копотев, я приехал из Москвы, мне 16 лет, приехал на программу по футболу и плюс английский в лагерь МСН. Об этой программе я узнал через Олимпиаду школьников по английскому языку и чему очень рад. К сожалению, Олимпиаду не выиграл, но приехал сюда на лето. В МСН можно незабываемо провести время, посетить разные города, такие как Вена, Дрезден, Мюнхен и так далее. Просто замечательные тренировки, также уроки английского языка по уровню знаний. Также уроки проводятся с носителями английского языка.